Меня зовут Янетта, это мое новое видео. Это видео очень необычного для меня формата, потому что в этом видео я буду жить жизнью Кати Адушкиной. Я думаю, что вам будет интересно, и думаю, что мне будет интересно пожить жизнью Кати Адушкиной. Поэтому все это время вы будете со мной. И первое, с чего начинает день Кати Адушкиной, она просыпается и начинает выпивать стакан воды. Ну и после того, как она умылась, заправила кровать, она переодевается. Ну и после того, как я переоделась, я буду делать упражнения. На этой стороне встает солнышко. Но печальный факт того, что на нашу сторону солнышко не выходит. Зачем так неожиданно? У Кати иногда на завтрак бывают сырники, поэтому у меня есть сырники. Она их ест со сметаной и джемом, но я не очень люблю джем, поэтому просто сметана. Также налила сок. Сейчас я позавтракала, и Катя начинает делать мейкап. Поэтому сейчас я буду делать макияж. У нас такая хорошая погода на улице. В общем, это было не запланировано. Мы договорились с подружками сходить погулять, но я поняла, что я была записана в больницу, поэтому я иду обратно. Мне сейчас позвонили, говорят: «Лена, ты не забыла, что тебе в больницу?» Нет. Можно вечером мы пойдем с подружкой гулять. Было не запланировано, это было никак у Кати Адушкиной, поэтому сегодня я одета вот так вот, в джинсах и рубашке, это очень жарко. Но вечером, думаю, будет еще. Мой кот, как у Кати Стиви, а у меня Тёма. Он очень злой, он не как Стиви, да? Ты же не Стиви! Чё такой злой? Остановись, ты боева. Да, ну все, мой лук на сегодня закончен. В нашем городе это единственный такой день, когда можно выйти в шортах. Я надеюсь, что я не замерзну и надеюсь, что к концу дня не будет холодно. Ну а я, как обычно, опаздываю, но Катя Адушкина не опаздывает. Поэтому мы сегодня живем днем Кати Адушкиной, мне не надо опаздывать. В общем, мы уже встретились. Сейчас пойдем покупать попкорн. Вот. Потом еще поплаваем, пофоткаемся и, наверное, уже поедем домой. Вот. Очень круто, погода радует. Завтра опять начнутся дожди, поэтому... Ой, бог. Я не скажу, что я давно не была в бассейне, но бассейн под открытым небом в Москве – это что-то интересное. Главное не намочить волосы, потому что утром я их помыла. Уже 7:30, мы идем с сырой головой на остановку, надеюсь, что автобус еще ходит, с пакетами, со всем вот этим, идем домой. Поэтому сейчас я возвращаюсь домой и вернусь к вам. Ну и вот я уже дома. Мы уже с Лерой разошлись, и я, как уже видите, дома. Не очень так устала. Делаю выводы, что жить жизнью Кати Адушкиной даже очень интересно. У нее иногда постоянно съемки, фотосессии. Но завершающий вечер Кати Адушкиной выглядит так. Она переодевается в свою любимую пижаму. Она идет умываться. Катя смывает свой макияж. Дальше Катя начинает чистить зубы и умываться. Также Катя вечером наносит на свое лицо либо какой-нибудь скраб, либо пенку. Ну
Ну и на этом моменте мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. И обязательно поставите пальчик вверх, подпишитесь на мой YouTube-канал, подпишитесь на все мои соцсети, ссылочка в описании. Если честно, жизнь жизнью Кати Адушкиной очень прикольно. Вечер Кати Адушкиной заканчивается тем, что она включает свет не очень ярко. После этого она идет монтировать свое видео. Поэтому сейчас я пойду монтировать это видео. Ну и как говорит Катя Адушкина, ну вот и все, это было все, и всем пока-пока! Экзамен про любовь, бой, 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 бой. Скажешь, что ты готов, готов.